наш пациент в очень тяжелом состоянии. Маленького бобренка погрызла собака. Кости целы, но у него много рваных ран старых. Он весь в опарышах, просто весь. Сейчас его обеззараживали, вынимали это все. Умывали он в ванночках, и он слепой. У него непонятно, что с глазами, но, может быть, что-то повредилось, или это те же самые черви выели. В общем, короче, состояние очень тяжелое. Но мы сделали сейчас укол антибиотика сильного. Сейчас будем еще поддерживающую терапию. У нас стонет бедный. Ну, покушал, пописал, покакал. В принципе, даже пытался почиститься. Это нормально, но очень плохо. Гарантий никаких не даем, что он может выжить. Если выживет, ну, в общем, короче, вряд ли он вернется в природу.